Всем привет, дорогие друзья, с вами Даридзи, мы с вами продолжаем играть в Агариум. Вот, ну, сегодня будет простая такая серия, ящики пока что не будем открывать, дождемся, пока пройдет время, постараемся всех их открыть. А что у нас по бабочкам? Ну, смотрите, почти что накопили. Я думаю, не сегодня, завтра так мы с вами должны на бабочку насобирать. А давайте за клан поиграем, выберем комнату. PC-29. Ну что ж, и немножко должны с вами рейд набрать. Постараемся. Ну, 20, я думаю, серий будет. Так, Вадим. Вадим ад. Потом посмотрим, сколько я клану принесу очков. Так. Отлично, одного съели. Так, вот этому, я думаю, я кляп нанесу. Сейчас я в него влезу. Ох ты ж, блин. Так, неплохо. А вот там опасный. Там опасный человек. Давайте немножко подальше от него отойдем. А у меня скоро закончится. Смотрите. Будем рядом с ним, я думаю, находиться. Ах ты, смотрите, какой. Так, ну хорошо. Съели меня, ну ладно. Это была только первая попытка. Попытка номер два. Ух ты ж, блин, смотрите. А меня покормишь, нет? Не хочешь меня кормить. Бонни. А, блин. Кляп зазря нанес, ладно. Быстро меня тут съели. Немножко обманули, ну ладно. Чё? Перегруженный сервер. Ладно, также клан, только другую комнату. Давайте бета. Зайдем в бета. Ух ты, Кока-Кола. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо-тихо, ребятки. Сейчас меня постараются съесть. Я знаю его намерение. Давайте лучше убежим. Там нам нечего ловить. У меня потому что сюрикенов нету. Были бы у меня сюрикены, было бы круто. Сюрикены рулят. Так, ага, поздновато немножко. Промазал, промазал. Мне повезло, что он промазал первый раз. А, ладно, когда-нибудь рано или поздно закончится у меня это действие. Мне нужно наезд будет нажать. Да что ж ты будешь делать-то, смотрите. На мне опять кляп. Мне надо тоже ему кляп сделать. Сейчас только закончится это. Святой. Нас съел святой. Ну ладно. Крошка. Вкусная. Вкусная крошка. Ты издеваешься? Да, с кланами, конечно, сложно тут играть. Ну, мы давайте попробуем. Как же я быстро погиб-то? Как же? Ну-ка. Я знаю, у кого мы сидим. В раз нас святой съел. Так, а... Да что ж ты? Молотками-то разбрасываюсь я. Пипец какой-то. Сколько бустов я трачу, как быстро я их трачу. Так, ладно, ты моя следующая цель. О, и чё толку? Тут явно нужен, ребят, щит. Вот зря я щит не взял. Со мной будут быстро расправляться. А тут нужно крутые бусты брать. Так, ладно, мы сделаем вот так. Ой, прошу простить. Это же мой, извини, извини, извини. Я понял. Я просто поспешил немножко. Так, круто, будет с кем тимиться сейчас. Сейчас кляп только пройдет. Да, я знаю. Сейчас, подождем немножко. Так, хорошо. Уже нормально. Теперь нормально у нас хотя бы тим будет. Так, замечательно.
Так, крутяк. Нормуль. Так, пока еще живы, нормально. Так, сейчас он появится, ну-ка. Так, нормально, живем. Так, хорошо. Нужно держать курок на кнопочке F. Oh, yeah. Смотрите, там такой здоровяк. Лишь бы нас не съели. Вот я не знаю, кто это такой. Смотрите, мы промазали. Молодец. Там еще один ползет. Твою ж дивизию. Что ж ты делал? Все, у него кляп закончился. Кляп у него закончился. Так, по крайней мере, не умрет. Сколько кляпов-то потрачено, ребят? Ух ты, блин. Дикий нас съел, дикий. Тут, знаете, что надо сделать, все-таки нам поменять. Давайте возьмем щиты. Все-таки на Г возьмем щиты. Хотя бы вот так давайте попробуем. РС на первом месте, ребята. Клан РС рулит тут. Это его сервер. Кто ты такой? Ну-ка. Замедлись. А мы ускорись. Ух ты, блин, а почему он меня кормил-то? Так, ну хорошо, ладно. ХБС. ХБС Рома. Ладно, дождемся, не будем его есть. Так, сейчас нам нужно дождаться, пока у него кляп пройдет. Пока никого нет. Так, все, отлично. Так, мистер фанат какой-то. Так, а ты кто такой? Так, блин. Все нормально, нормально, тимим все. А Рому не будем трогать. Так, ну так будет получше. Тим втроем. Так, хорошо. Блин, я случайно его съел. Блин, лоханулся немножко. Немножечко лоханулся, ну ладно. Ух ты, блин, что ж ты будешь делать? Это опасно. Опасно туда ходить. Давайте немножко уползем. Да что ты будешь делать? У тебя что, кляп, что ли? Ах ты, как нас быстро съели-то. Клан РС. Богдан. Пипец. Если с большими появляемся, надо сразу брать, наверное, турбо. Ну-ка. Тамбу. Так, используем, используем. Хороший шанс. Отлично. Oh, yeah. А, они меня немножко замедлили.
Ладно, ладно, ничего, не торопимся, ребят. Еще один агреска. Одно сейчас будет издеваться, по ходу дела. И сколько это будет продлеваться? Так, ну все, ты мне достал, короче. А, замедление есть, да? Теперь я думаю, мы должны с ним справиться. Давай, 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 давай. Отлично. Либо я, либо он меня. Я сдержал себя. Было прикольно. Так, ладно, это было круто сейчас, ребят. Реально было круто. Я думал, они как-нибудь по скайпу тимятся. Так, ну типа тим. Улыбается такой. Ну ладно, я тебя запомнил. Ну, вроде как он не хочет. А, неужели, неужели, хорошо. Все, у нас все блистательно. Нам надо кого-то искать. О, отлично. Так, я тоже попробую сделать вот так. Так, хорошо. Неплохой тим у нас. Так, ищем кого-нибудь еще. Я там вижу ребят. Ух ты, дикий. Дикий. Дикий-дикий запад. Блин, вот сейчас опасно. Сейчас, блин, а там опасно. Нафиг. Нафиг, уходим оттуда. Не очень хорошая идея. Так, там реально опасно. Прикармливают нас, смотрите, прикармливают. Есть очень-очень интересная идея. Так, я не знаю, что они сейчас будут делать. Соединяться нет. Использую турбо. Ну, не знаю, я догоню, нет. А, так, кнопочка Г. Нужно на F вовремя нажать. Дикий лев, неужели он будет со мной тимиться? Ты что, реально хочешь со мной тимиться? Почему? Так, неплохо, мы к клану. На втором месте я. Так, он мне помогает, по ходу дела. Ах ты хитрый какой, хулиган. Пытается меня съесть. То есть дикий лев все-таки нас обхитрил. Он вроде как решил со мной потимиться, а потом обманным ходом сделал пакость. Дикий лев, запомнили, да? Вот не надо было его есть. Я же изначально хотел, вот такой хитрый ход сделал. Подлый хитрый ход. Так, я знаю, что я сделаю. Кто же это сделал, да? Кто же это мог быть? Как паразит какой-то. А, блин, а где наш-то? Где наш человек? Так, хорошо. Кто кого съест? Он. Он выиграл. Леонид, ладно, не будем Леонида есть. Меня другие ребята интересуют. Кто-то с РС-ки там. Рядом друг с другом обитаем, ребята. Изучаем. Нужно будет на кнопку D сейчас нажимать. Так, Леонид мне помогает. Но у меня есть турбо.
Ах ты ж, блин, смотрите, он сам на колючку налетел. Ну, поздновато. А он где-то слева, да? Я запомнил, что он слева. Давайте используем вверху слева. Сейчас попробуем нагнать его. Вверх есть, теперь лево. Давайте немножко вниз возьмем. Он далеко не должен уйти. Сейчас. Вот он, Ох ты, меня съел опять. Там тусуются, то есть вверху слева. Я помню тебя. Ты в этот раз меня подвел. Идем наверх, что теперь можно... Что могу сказать? О, отлично. Наш человек. Так, продолжаем тимиться. Ты какой, смотрите. Какой ты настырный. Так. Все, а злой артист и я. То есть у нас такой тим втроем получается. Так, нормально так. Так, живем, ребят. Так, нам надо что-то посерьезнее найти, мне кажется. Наконец-то я соклановцев нашел. Теперь можно с вами поиграть. Так, да, конечно, все нормально. Нужно более серьезных парней искать. Ух ты, блин, ну-ка. Что ж ты будешь делать? Да блин, РС Каспер. Я сам отвел ребят на серьезные приключения. Мы проиграли. Не стоило это делать. Хотел как лучше, да? Ну, сложно, конечно, там бороться. Хотел уже такой мощный тим сделать. Давайте сначала мне действительно нужно стать большим достаточно. Капуста, брокколи. Ты где-то здесь, я тебя вижу. Я тебя чувствую. Так, Ксюша. У меня тоже есть турбо, так что прости. А, так. Щит у меня довольно-таки долго держится. Жалко, у меня не золотой. Не золотой щит. Было бы круто, если бы у меня был золотой щит. Ой, золотой череп. Что это я совсем... Плетаюсь. РСК на первом месте. Так, ну посмотрите, хоть кто ты. Ловы. Ловы панда. Так, мне нужны серьезные ребята. Кто-нибудь из РСК. Было бы круто. Саудай. Там, я думаю, должно быть интересно. Так, смотрите. Нужно правильно так встать. Аккуратненько поползем. Получится, нет, интересно. Блин, зачем ты это сделал? Теперь я своих не вижу. Какой-то Лео. Ты издеваешься надо мной? Саудай, короче, меня скушал. Тут из РС-ки, смотрите, как их много, ребят. Из клана РС. Курица у меня заканчивается. Что такое? Где это я? Оп. И съели. Сейчас меня тоже съедят. Бонни. Ну чё, они крутые кланы, что могу сказать.
Все, у меня курица закончилась. Ну, можно немножко еще взять. Все кристаллы потратили. Ну все, давайте последний раз играть. Ну, так, средненько поиграли, я бы сказал. Сейчас смотрим, сколько вообще очков заработали. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Обманул его. Иногда надо так делать. А вот фиг тебе, смотрите. Фигушки, ребят, фигушки. Фигушки тебе. И тебе фиг. Не успел ничего сделать. А единственный мой шанс добежать до Лео. Так. Немножко его обмануть. Так, немножко сделать вот так, замедлить его. Так, давайте его обескуражим немножко. Отлично. Мы на втором месте пока что, ребят. И благо у меня есть щит. Без щита я бы вообще ничто не провернул. Еще хорошо. У него щит быстро закончится, так что можно его в скором времени замедлить. Нормально. Так, давайте тебя замедлим и обескуражим. Дикий лев. А что он мне сделает, по сути? Почему так медленно ползу? Фак! Почему я так медленно полз-то? Было прикольно, согласитесь? И опять все вниз пошло. Так, давайте посмотрим, сколько мы вообще очков принесли клану. Так, информация, рекорды. А, минимальный уровень 15. Надо было, мог бы больше выставить. Ну ладно, я... Когда создавал, я вообще не знал, что тут, как делать. Так, клан, 45 место. Я принес 12 очков. Ну, нормально. Нормально поиграли. Вот, ну что ж, ребята, с вами прощаюсь, вы на Дориде. А еще будет много чего интересного. Пооткрываем скоро сундучки. Будет круто. Вот я думаю, завтра все-таки все откроем сундуки, которые тут есть. Придется 3 голоса опять потратить. Вот и также будем задания выполнять. Скоро 10 тысяч подписчиков, буквально 800 человек мне не хватает до 10 тысяч. Вот, спасибо вам, что ставите палец вверх за то, что рассказываете. Блин, почему у меня язык-то заплетается? Что-то я, видимо, уже подустал. Вот, спасибо, что ставите палец вверх, рассказывайте своим друзьям о моем канале. Вот, на 10 тысяч подписчиков мы с вами 2 раза покрутим колесо. И всем до скорого, ребят, пока-пока.